Приветствую! На обзоре ножик фирмы Кайзер. Модель называется Horn. Вот здесь она написана. Это чтобы было видно. Ну теперь по порядку. Рукоять. У нас микарта вот такой цвет, ну ближе к коричневому. Место для переставления клипсы. Отверстие для темляка. С противоположной стороны все аналогично. Плюс клипса глубокой посадки стальная. Отличной гибкости. Клин строя по центру. В осевом у нас керамические подшипники. Открывается двумя способами. Это за плавник, как флиппер. Либо за хол. Вот такой интересной формы. Открытие очень легкое, плавненькое и отличное. Здесь еще отличие этой модели. Ну, я вам покажу, но делать не буду. Как видите, здесь есть отверстие. В отверстие, если присмотреться, винтик. Этот винтик откручивает плавник. Если видите, как видите, здесь есть у нас насечечки. Если плавник открутить, он снимается. И получается классический ножик без плавника. С открытием за хол. Вот это отличие этой модели. Он, кстати, очень интересное отличие. Так, продолжим по ножу. Лайнер лок. Лайнер заходит полностью, но запаса более чем половины достаточно. Лайнеры облегчены. Вес ножа всего лишь 91 грамм. Баланс идеально строго на подпальцевой выемке. Клинок у нас вот такой формы ворнклиффовской. С несколькими такими изгибами. Спуски прямые где-то от середины клинка, с учетом того, что в начале он достаточно широкий, а кончик он узенький. Получается, половина клинка получается от обуха. Ну, такой интересной формы. Это чистый резак. По обуху у нас 2,9, сведение 0,4. Сталь у нас на клинке, на ноже N690. Кстати, вот за счет этой формы он очень удобный в хвате. Насечки такие на половину обуха. Ну, практически на всю прямую часть обуха насечки. Поэтому хват любой очень удобен. По габаритам он такой EDC-шник классический. Общая длина 19,4 см. И длина клинка у нас до рукояти ровно 8 сантиметров. Если брать режущую кромку, она почти прямая, овал очень небольшой, 7,7. Вот такой интересный EDC-шник с некоторыми инновациями насчет плавника. Качество, как всегда, идеальное. Для любителей микарты очень удобный, комфортный, приятный нож, особенно на соприкосновение за счет вот этой микарты. Рекомендую. Нож очень хороший.